есть в сезоне у кого-то что-то не пошло, все сразу там коньки, ленту там меняют. Есть такие по сезону, там начинают черные играющие ленты, когда играли белые все время. Пытаются спасти ситуацию. Ну вот, коньки меняют. Загибы тоже меняют. Кузя вообще он, мне кажется, разные. Каждый период. Тоже меняешь? Нет, всегда одно и то же. Всегда. Могу, знаешь, это надоест, если короткую делаю. Надоест, могу длинную делать так. Раз туда фиксировал, все. Ну ладно, давай сейчас про это, про замотку мою. Так, ну вот сейчас уже чуть не подрасчитал. Чуть можно срезать. Ну, это все, в принципе. Миллиметра не вышло. Ну, что тебе дает шаг, на твой взгляд? Уже на более профессиональный, чем когда ты начинал мотать так. Да ничего, привык? Я просто уже привык. Да, конечно, я уже сейчас, если обычно заматываю полную клюшку, мне кажется, она тяжелая. Вот, хотя там разница 20 грамм, но еще меньше. А белую ты пробовал делать полоску такую? Мне кажется, некрасиво будет. Согласен. Тут все про стиль. Не про хоккей вообще. По флексу. Честно говоря, не знаю, давай посмотрим. 90, по-моему. 90, да. Ну ты чувствуешь это? У нас есть такие суперчувствительные, знаешь, которые там 77, там, 79, 82, 70,5, да. Ну, я, не, ну... Ну, ты всегда мягким играл. Ну, когда он начал подводить. 90, мне кажется, для меня такая не очень мягкая считается. Вообще, я что, худенький. Блин, народ там есть, 100 килограмм веса, они там по 75 играют. На коньки-то ладно, я все равно не бегу никуда. Ты не дотягиваешь, да, чтобы снизу? Я только последние две. Да, вот у меня вот такие. Я потому что сводит ногу сразу. А что по этому, по заточке? Есть какая-то информация у тебя? Вообще инфы нету. Так, что ты там делаешь? Я максимум могу сказать, может поменьше, побольше. Ну да, по-простому. Острые или чтобы порохали? Я думаю, у меня более тупые, потому что... Чтобы взрывались? Не, ну, хотя, наверное, у тяжелых потупее, ребят, потому что они подвешены. Ну, знаешь, по своим ощущениям, если, типа, ну, бывает, уходишь, они прям врезаются жестко, бывает так... Ну, каждый же по-разному просто, это грань, поэтому так сложно прокомментировать. Бывает, конечно, так, я просто прихожу, где бортик, открываю калитку и там, знаешь, этот по пластику вожу коньком. Потом на улитке падаю. Кружок белый, потом черный. На стиле, что ли? Не, потому что, чтобы, ну... Не пачкать? Не пачкать, да. А на темный гетро, типа, светлый? Светлый, ну, белый, нормально. Мне просто не нравится, когда слитно. Костыль какой-то получается. Так, это, Антон, для тебя издалека что-то снимал. Тут накладочка сзади вышла. Небольшая. Подсними вот это. У тебя такого не было, мне кажется. Никогда в жизни. Было все красиво всегда.